Молодые ученые калмыки могут получить господдержку по программе «Умник» регионального центра «Мой бизнес». Конкурс направлен на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов студентов, аспирантов. Принять участие могут лица в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Победители получат грант в размере 500 тысяч рублей на проведение научных исследований для реализации инновационных проектов. Работы участники представили по двум направлениям – цифровые технологии, новые приборы, а также интеллектуальные производственные технологии. Эти проекты направлены на коммерческое использование, соответственно, получит два таких проекта, как по искусственный интеллект, по безопасности в общественных местах, а также проект, научный проект по извлечению кислорода из воды. В этом году также будет проводиться этот конкурс, поэтому мы призываем всех наших молодых ученых участвовать в этом конкурсе и получить уникальную возможность профинансировать свои проекты.